Всем привет, ребята! Поршень снова покинул чат. Я хочу поблагодарить всех, кто подписался на наш канал, всех, кто смотрит нас, всех, кто нас поддерживает лайками, комментариями и всякой вот этой вот штукой. Для нас очень важно ваше участие. Мы снова в Канове, снова погода нас не рада видеть, но это и понятно, мы мало кому, наверное, нравимся. Вот, что я еще хочу сказать. В следующих сериях, если вы продолжите нас смотреть, ставить лайки и все вот эти вот дела, если вы останетесь с нами, мы постараемся как можно больше полезной информации рассказать, там, про стоимости ремонта, стоимости содержания машины в Польше, какая из машин более дешевая, более экономичная, а какая наоборот. Все это и многое другое вы увидите на канале «Поршень покинул чат». Значит, ребята, что в этом опельке Astra уже G, самое главное G, что тут было уже менено? Значит, комплект ГРМ, масла, фильтра, все фильтра, что только можно было поменять, все были поменены. Вот, тосол и прокладка крышки клапанов. Все это удовольствие обошлось вместе с работой $300-350. Но это цены в Польше, как вы понимаете. Дальше, что касается ходовой. Спереди у нас будет меняться полностью весь комплект. И примерная цена это в районе $80. Это нам еще предстоит сделать. А теперь, что касается Citroёna. Значит, здесь уже тоже были менены ГРМ, масла, фильтра. По-моему, все. И это стоило практически ту же самую цену, то есть $350. Что касается ходовой Citroёna, она вам обойдется дороже. $150. А почему дороже? Потому что рычаги, они вместе с шаровыми идут в комплекте. Отдельно они не ставятся. То есть вот такой вот, ну вот так вот придумали. Сайлентблоки можно поменять отдельно, но это уже другая история. Так вот, собственно говоря, почему мы здесь оказались? Почему мы сюда приехали в эту дождливую погоду? Дело в том, что мы хотим продолжить нашу рубрику «Царь горы». Мы приехали на ту самую гору, где Citroёn еле-еле и с нашей помощью, и Божьей помощью выехал. Сегодня мы попытаемся выехать опельком, Астрой. Многие говорили, что горка, ну, фигня, в общем. Пацаны, я вам сейчас покажу, что это не так. Возможно, камера просто-напросто не передает всю круть этой горы. Но она на самом деле не очень такая простая для автомобиля. Итак, сами зацените. Не обессудьте, но мы считаем, что эта гора достойна внимания, как бы и экшен здесь есть, ну, по крайней мере, мы его чувствуем. Обратите внимание, вот на эту дорогу она идет, и жух, поворот. И здесь вот у нас есть спецучасток с таким наплывом, с таким, ну, я считаю, это трудное место, как бы, для машины, не особо приятное, то есть на скоростной автобан это мало похоже, согласитесь. Итак, сейчас начнем спуск. Не знаю, как он будет подниматься, но мы вам будем показывать все, что здесь творится.
В легкую. Да. В легкую, ребята. Ну почти что в легкую. Я сомневался в его способностях, и оказалось зря. Так, ребят, хотите верьте, а хотите не верьте. Вот на вот этом вот участке дороги, вот, наверное, в этом участке, на вот этом участке, на спидометре было 120 километров. Это, конечно, супер. А по факту, по скорости, ну, не знаю, наверное, километров 5. Но вы сами видели, как он буксовал. Блин, опять дождь начинается. Значит, что в заключение могу сказать? Теория. Почему машинка справилась гораздо легче, чем Citroen? За счет веса. Она маленькая, легенькая. Плюс помогло еще, конечно, тем, что водитель помогал машине рулехой. То есть рулил туда, рулил сюда. И, в общем, она так юзом понемногу, потихоньку и выбралась. Ну, мне понравилось, на самом деле, прям слов нет, удивительно. Всем спасибо, что смотрите это видео, предыдущее, вообще, что смотрите нас и подписываетесь на нас. Мы вам очень благодарны, признательны. Дальше будем стараться вас развлекать, что ли. Ну, да. В общем, всем спасибо, всем пока, а мы на шашлыки.